все еще не установили счетчики? Тогда мы идем к вам. В среду вечером сотрудники ИГТСК совместно с управлением ЖКХ проверили еще один дом, где зафиксирован высокий уровень потребления горячей воды на общедомовые нужды. Проще говоря, ОДН. Эта проблема в поле зрения городских властей уже 3 месяца. За это время успели понять основные причины высокого ОДН. Опыт следующий. Первое – это установка магнитов на индивидуальных приборов учета. Мы отмечали с вами и выявляли такие квартиры, где эти магниты применялись. Поэтому мы устанавливаем на индивидуальные приборы учета в процессе инспекционных обходов антимагнитные пломбы, что и будет выполняться сегодня сотрудниками ИГТСК. Значит, выявляли, что зарегистрированных 0 индивидуального прибора учета не установлено, а по факту в квартире проживают. В доме номер 138 по улице Лежневской 34 квартиры, 13 из которых не оборудованы индивидуальными приборами учета. В 4 из них не зарегистрировано ни одного жильца, в 6 зарегистрировано по одному человеку. Однако, как показала проверка, в ряде таких квартир реально проживает больше 2 жильцов. А собственники пустых квартир сдают их. Смотрите, какой вопрос. В вашей квартире зарегистрировано 0 человек. Правильно? Не знаю, без понятия, я снимаю эту квартиру. Снимаете квартиру? Да. Ну, понятно. Вот смотрите, в чем вся ситуация, что, я не знаю, не буду посвящать вас в историю ОДН, да, потребление горячей воды. В вашей квартире нет индивидуального прибора учета, и зарегистрировано 0 человек. Соответственно, по нормативам за горячую воду начислений никаких нет. Получается, за воду, потраченную этим жильцом, платит весь дом. Но в данном случае вины квартиранта в этом нет. А вот хозяевам жилплощади заплатить придется. Официальных полномочий наказывать собственника квартиру проверяющих нет. Зато информацию о нем можно отправить в налоговую службу, что и будет сделано по окончании рейда. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.